приветствую. Ставьте лайк, подпишитесь. Так, у нас на главной странице есть магазин смартфонов с тарифом. Здесь, что странно, пока я снимаю 2023 год, самый минус здесь нету популярной модели iPhone и только телефон, да, и города тоже очень ограничены, так сказать. Например, нету Атырау, Актюбе, не Уральск, Актау, ну, как видите, вообще почти 80% города нету. Я думаю, времени, да, у вас, если вы смотрите в 2024 году, возможно, будет. Так, давайте мы можем сортировать по фильтру. Новинки – это фильтр, да. Пусть будет самый дешевый. Так, например, Vivo. Я могу детально посмотреть. На 12 месяцев. Со смартфона получаешь тариф минимальный на 6 месяцев, да. Твой тариф меняется на контрактный тариф. Вернуться к своим тарифам можно через контакт-центр Теле2 или в любом салоне связи. Но если тариф был архивным, вернуться к нему не получится. Ресурсы доступны 30 календарных дней. Гигабайты, минуты, смс можно менять между собой. Внутри пакета 10 гигабайтов, внутри Теле2 Алтел 0 минут. Звонки на другие номера РК, когда закончится минута пакета 18 минут. Давайте, здесь вот такой цвет. 32 гигабайта, я могу узнать характеристику, я могу узнать условия доставки. Когда товар будет готов, это самовывоз, когда товар будет готов к выдаче, мы тебе позвоним. С этого момента у тебя 7 календарных дней, чтобы забрать товар в выбранном салоне связи. В салоне связи тебя встретит наш менеджер и попросит назвать номер заказа. Обязательно возьми с собой удостоверение или паспорт, так мы им подтвердим покупку. Курьером в административной черте города доставляем бесплатно. Если живешь за городом, выбери ближайший салон связи в самовывозе. Если оформишь заказ до 15:00, доставим в тот же день. Если после, доставим на следующий день с 10 утра до 8 вечера. Далее менеджер уточнит детали адреса и отправит заказ курьером. Поняли? Нажимаем «Начать оформление». Пишем ИИН и номер телефона. Так, условия. Быть абонентом Теле2, номер привязан к твоему ИИН, возраст от 21 до 70 лет. Нажимаем «Продолжить» потом. Так, вот модель телефона, тариф на минимально 6 месяцев, да. Способ получения курьера, так, давайте, тариф мы знаем, так, пусть будет самовывоз, я забираю отсюда, выбери ближайший салон связи, там мы передадим смартфон и ответим на вопросы, да, мне потом менеджер позвонит, нажимаем «Продолжить», так, способ оплаты, да, конечно, в рассрочку, да, либо можно накупить наличкой с оплаты карты. Нажимаю «Готово». Так, перейти к оплате. Так, Теле2 отправил сотрудничество с компанией вот АРБА, и этот АРБА отправит запросы таким банкам, как видите. Я пишу «ИИН», нажимаю «Продолжить». Загрузка предложений. АРБА отправляет заявку на рассрочку. Мне, как видите, все отказали. Если вам даст одобрение, менеджер позвонит, и вы обговорите детали. И у вас будет смартфон плюс тарифы. Ставьте лайк, подпишитесь.